А, сейчас солнышко в глаза. На качели катаюсь. Вот. Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале «А жизнь идет своим чередом». Машенька, Машуня, Черняк. Вот. Катаюсь на качели. Я вам сейчас покажу, на какой. Сейчас покажу. Поехали смотреть мое видео. Это мы с вами в парке Братеевская пойма. Здесь уже ни одного листика нету. Такие грозди. Такие красивые. Вот. Река. Как река называется? Вот река Городня. Тоже уже не один раз показывала. Она впадает в Москву реку. Это не бесхозная собака, надо же. А, уже березки пожелтели, сбросили листья. Небо сегодня чистое-чистое. Вот аивы еще не пожелтели. Еще зеленые стоят. Господи, как же я люблю природу. А здесь уже все. Здесь уже оголенные некоторые деревья. Вот конь буланный стоит впереди меня. С лежанки ждут нас. Ой, скоро зима, они будут заснеженные. Вот такая здесь прелесть. Такая красивая. Камыши цветут. Река течет. Осенний денек. Солнышко. Листья насыпаны. Я блаженствую. Самолеты летают. Вот камыши в реке. Можем еще спуститься. Ступенечки. Вот тут грязь. Как всегда, никто не убирает. Не знаю, то ли народ бросает, то ли по реке плывет. И скапливается. Но это мне всегда не нравится. А так водичка чистенькая. Как-то интересно, говорю, камыши цветут. Они же должны такие вот быть коричневенькие такие. Такие вот, не знаю, вот колдовенькие. Я даже не знаю, как их назвать. А это какие-то интересные камыши. Ну, наверное, сорта разные. А там я летом плавала. Там вот там вот под деревом. Сейчас приближу мост. Мост. Вот такой красавец. Тогда лето. Надеюсь, мы летом сюда придем. Я говорю, какой красивый клен. А представляете, когда он вырастет, какой же он будет красивый, да? Большой, красными листьями. А сейчас у него листья как... Он вообще не красные, как будто золотистые, да, коричневые такие листья. А ивушка зелененькая стоит. Надо же, какие вы долго держат листья зеленые, да? Прогулочный катер. Да. Тогда да, или от Коломенского, или еще Марина, неизвестно. Да, кто... да, Марина. Значит, он оттуда от нас. Да, это прогулочная. Или Марина, или Коломенская, да. А, здесь летами катера плавают, и эти, и маленькие лодочки. Вот столы для тенниса. Это мягкие такие полы, такое покрытие такое классное. Прям идешь так мягко, упадешь, наверное, не больно. Видите, как я здесь много. Детская площадка. Вот такая погода. Солнышко вот-вот зайдет. Поэтому на солнышке так тепло. А в тенечке, конечно, прохладненько.
Ну, 6 градусов, да, знаете, немного. Вот и закат осенний. Сколько у нее их там? 5? Да, 5. Ну, когда она со мной поравнялась, я шла с велосипедом, конечно, неудобно было снимать. Ну, здоровья им всем, хозяйке и собачкам. Вот уже темно, 5 часов вечера, уже стемнело. Вот еще с вами захватили закат.